народный флагман Redmi Note 7 Pro получил аккумулятор емкостью 4000 мАч. В конце прошлой недели в китайской социальной сети была опубликована фотография, на которой смартфон Redmi Note 7 Pro красуется рядом с Honor V20. Фотография была опубликована руководителем самостоятельного бренда Xiaomi Redmi Lu Weibing, который официально подтвердил некоторые характеристики смартфона. Lu Weibing заявил, что Redmi Note 7 Pro действительно оснащен вдвоенной камерой с главным датчиком изображения Sony IMX586 разрешением 48 мп. Он оснащен дактилоскопическим датчиком на задней панели, ЖК-экраном, аккумулятором емкостью 4000 мАч, 6 ГБ оперативной памяти и стеклянной задней панелью с градиентным отливом. Ранее кое-какая информация проскакивала на страницах нашего издания как неофициальная, а о емкости аккумулятора информация была опубликована и вовсе впервые. Что касается аппаратной основы, то смартфону приписывают однокристальную систему Snapdragon 675 и 128 ГБ флеш-памяти, а его цена не должна превысить $300. Официальный анонс смартфона Redmi Note 7 Pro состоится уже на этой неделе.